Казахстан и Китай создают совместный инфраструктурный фонд. Соглашение подпишет холдинг «Байтерек» и государственная инвесткорпорация Китая «Ситик Групп». Об этом стало известно в ходе встречи президента нашей страны с главой корпорации. Совместный фонд займется инвестированием инфраструктурных проектов. Его капитализация – 600 миллионов долларов. По условиям договоренности, не менее 300 миллионов должно быть направлено на проекты, которые будут реализовываться в нашей стране. В эти дни, напомню, глава государства находится с государственным визитом в КНР. Казахстанский лидер также приглашен на военный парад в честь 70-летия победы против японской агрессии. Масштабное событие состоится 3 сентября.